Вышла бета-версия Android 7.1, она уже доступна для скачивания. Использовать данную систему можно на смартфонах Nexus 5X и Nexus 6P, а также на планшете Pixel C. В обновлении тестируются следующие функции. Создание ярлыков. При помощи долгого нажатия на картинку приложения или кнопку можно создать ярлык быстрого доступа. Пока эта система поддерживается только фирменными приложениями Google. Сторонние разработчики еще не успели ее внедрить. Ярлыки делаются как на программу, так и на отдельную ее функцию. Функция доступа в меню быстрых настроек получила собственную кнопку, и теперь ее не нужно искать, совершая три переключения. Добавлена кнопка перезагрузки. Раньше эту возможность обеспечивали сторонние разработчики, работающие на производителе мобильных устройств. Теперь она появилась в чистой версии операционной системы Android. В Android 7.1 все мобильные устройства будут подключены к центру круглосуточной поддержки Google. В настройках звука созданы подписи под каждой из опций. Добавлены новые опции управления жестами. Изменен дизайн, меню проверки обновлений. Google пообещали, что следующая бета-версия Android 7.1 выйдет в декабре. Компания с начала года выпускает ежемесячное обновление операционной системы Android и пока ни разу не выбилась из графика.